Вы только посмотрите, сколько у меня здесь конструктора! Это классный конструктор серии Макси от компании Полесье. Ку-ку! Ребята, а вы хотите, чтобы я рассказал вам, как делают этот конструктор на настоящей фабрике? Ну что, смотрите, вот она фабрика! Здесь и делают наш конструктор. Поедем за мной, покажу! Первым делом мы попадаем в конструкторский отдел. Здесь на компьютере создается модель будущего кубика, то, как он будет выглядеть. Потом кубики печатают с помощью специального 3D-принтера. Только посмотрите! Дальше разрабатывается конструкция пресс-формы, с помощью которой мы будем делать наши кубики. Сейчас покажу вам кое-что интересненькое. Идите сюда. Это инструментальный цех. И здесь создают самое сложное – пресс-формы. Вот так вот выглядит готовая пресс-форма, на которой будут делать вот такие детальки. Разных станков и аппаратов здесь очень много, и каждый выполняет свою работу. Ага, смотрите, вот из этих пластиковых камушков и будет сделан наш конструктор. Дальше наши гранулы по вот этим трубам попадают в специальные термопласт-автоматы. Полундра, едем дальше, ребята! Ну что, ребята, вот мы и приехали к термопласт-автомату. Вот по этим трубам пластиковые гранулы попадают в термопласт-автомат. А вот это наш краситель. Автомат нагревает пластиковые гранулы, смешивает их с красителем и подает прямо в пресс-форму. Вот, смотрите, сейчас выпадут красные детальки. О, все готово! Дальше готовые детали попадают прямо в эту коробку с помощью вот такого красивого конвейера. Здорово! Пойдемте дальше! После того, как все детальки готовы, их нужно разложить по пакетикам. И это происходит здесь. Работники фабрики кладут детали в специальные лоточки. Затем лоточки по конвейеру отправляются наверх. И оттуда насыпаются прямо в пакетик. Специальная машина запаковывает пакетик. Вау! Все готово! После того, как конструктор упакован в пакетики, его убирают в яркие, красивые коробки. Ну что, ребята, вот вы и узнали, как делают конструктор Макси. Надеюсь, вам было интересно. Но мне пора идти. Пока-пока!